Ну вот с этим, с этим. Господи, плоть! Не пугай меня! Живучая плоть какая! Всем привет, уважаемые дамы и господа! С вами Виги. И у нас, ребята, на повестке Stalker новая зона. Это модификация этого года. Высокие у нее оценки. Stalker, кстати, самый последний тоже, с последним патчем. Ну что, ребята, давайте сразу запустим старт. У нас, как говорится, все на ультра будет, 60 FPS, лучшее качество для нормальных пацанов, таких как вы. Вы давно от меня просили, в принципе, пройти игрушечку Starcatch. Так, ну что ж. Так что все комментики жду от вас. Лайки, все дела. Что тут у нас? Заставочка. Меня зовут Артём. Вкратце, то я тут из-за несчастного случая. Моя сестра стала калекой. Она не может слышать, видеть. Я решил отправиться в зону вместе с моим другом, который уже удалось там побывать. Я узнал, что есть такой артефакт. Осколок зоны. Говорят, что он может исцелить любую болезнь. Это будет вправду? То я хочу попробовать найти его и помочь своей сестре. Проникнуть в зону оказалось более чем насыщенным. Убегая от мутантов, мы потеряли всю провизию. Через 2 дня успешно проникнуть в зону. Началось мое путешествие. В общем, ребятки, мы тут из-за больной сеструхи. Ну что ж, давайте ей поможем. Привет. Тут у нас 6 новых локаций в этой зоне. Саня! Отлично! Так, ну ладно, что тут у нас? Вот мы на кордоне, теперь осталось только найти место более безопасное. Передохнем, что как ты делаешься? Да вроде неплохо, только вот с голода помираю. Так бы сознание не потерять. Обидно, что убегает собак, потеряли всю еду. Да не переживай, все нормально, найдем что-нибудь. Тут наверняка должно быть место более безопасное. Ну да, я тоже так думаю. Хорошо, пошли, что у нас тут? Только тихонько следует за мной, еще не хватало вояки и мутанты, чтобы нас не поубивали. Так, что тут у нас? Провизия, F1, F2, F3, ХП наш, это что такое? Снять прицел. Снимается оружие, найденный на него прицел. Так, ну, у нас только нож да бинокль. Ну да ладно, ох, ребята тут в графоне. Так, я вам... Сейчас, опции, звук. Сделаю траханчик все потише, чтобы меня слышали. А также видео сделал гамму чуть побольше. Потому что на ютубчике, ребята, хоть у нас и качество замечательное, 60 FPS Full HD, все решения, слегка картинка темнее становится. Кто там? Враги какие-то, кстати, на карте мне показываются. О, кто такие, ребят? Воу. Что это было? What? Что? Так и должно быть? Я где-то оклемался. Я сознание потерял. Я где-то походу у своих. Тут карта есть? Нет. Не балуй. Оружие спрячь. Ну, ты еще кто такой? О, очнулся, как себя чувствуешь? Да вроде в порядке, где это я? Ты сейчас в нашем склонном лагере, так что можешь себя чувствовать как дома. Это твой друг сюда притащил. Сказал, что ты отключился по пути. Ну да. Вот спасибо, я уж пару дней не ел. Слюнями, смотри, тут всю не забрызгал. Ладно, одной банкой консервы ты явно не наешься. Пойдем что-нибудь поищем. Надеюсь, стрелять умеешь. Конечно, немножко умею. Вот так, отлично. Пойдем походимся на кабанчиков. Так, возьмем тут палочку за лагерем. В них как руки. Не доходит все поубивать. Что еще за дело? Так, отлично. Расскажу по делу охоты. Сейчас держи обрез и пистолет. Другого у меня сейчас нету. Хорошо, ПМ, ТОС, патронки. Хорошо, погнали. О, ТОЗик, пистолетик. Что тут у нас? Прибор изменения рации, бинтики. Я так все понял. У нас тут все по одному. Так, что тут у нас дальше, ребятки? О, аграфон, это действительно знатный. Слушаю. Давно не тебя. Что ты хочешь? Так, отлично. Что тут у нас по поводу работы? Ну, я ничего не знаю, торговля, что у тебя есть. Ни хрена у тебя. О, у нас 3670 рубасов. Так, ну, ребятки, привет. Я люблю все изведывать, поэтому давайте-ка сейчас с вами посмотрим, что тут у нас есть. О, ящик. Оп! Ящик, у тебя все хорошо?
Видать, с ними не все хорошо. Голодные. О, слушайте, нам банку завезли. Надо поесть. О, прям реалистичная жизнь. Ни прицела, ничего. Такой он еще кушает 3 часа. Да, ты поел? Поел. Полезай наверх. Сейчас, ребята, мы все нычки их не тут поищем. Тут явно есть что-нибудь, чем наживиться. Ну, господи, вылазь. Так, охота. Погнали поговорить со сталкером. Хорошо, поговорим. А где это мы? Очень, слушайте, очень похоже на место. На что покопаем мы? Оу-е! Так мы в самом начале, тут же Сидорович еще должен быть, а нам сюда. Слушайте, они действительно, посмотрите, сколько они добавили сюда зон. Охереть, это ведь и болото. Да тут все есть, они все сталкеры моды сюда добавили. Охренеть. Вот это, ребята, мы тут с вами сейчас погоняем. Братан, а с тобой надо поговорить? Вон старший стоит, так ты к нему обращайся. Так, ладно, успеем, я знаю, тут Сидор где-то должен быть. Вон он, кстати. Так, ошифтить на что, извините. Ладно, посмотрим. И его на месте нету. Блин, не очень хорошо. Я думал, тут торгаш какой хороший будет. Ох, какой тут туман, ребята, а. Туман, прям туман. Кстати, я еще вижу, у нас поле зрения немножко больше, чем обычно. Так, старшак там стоит, ладно. На что шифтить? Кто-нибудь мне подскажет? Это более медленная ходьба. Опции. Управление. Так. Прыжок, прыжок, бег. На че? Серьезно, на X? Кто такую опцию сделал? Непонятно. Бег всегда должен быть на... Что? На shift. А вот тут мы уже поставим на че. Принять. Так, F5. Сохранение. Ага, все хорошо. Привет, старшой. Брат. Ты у нас, значит, старшой. Понятно. Что еще можно... Чем тут можно найти артефакты? Ясно дело где. В аномалиях. Где же еще? Вон, к примеру, в аномалии... Пустырь сходи. Там точно что-нибудь найдешь. Что тебе еще можно узнать? Что за новая зона? Да ничего особенного. Ладно, забей. Увидимся. Ну, так, привет. Ну я понял, мне туда надо гнать. О, графони, ребята. А, так, а болты у нас на что? Оу, это было рядом. Чуть не в ребята я не влетел. Новая анимация бортов. Прям такой не помню, чтобы она из воздуха откуда-то подлетала. Так, они аномалию, он говорит, тут у нас есть. И как я тут должен тебе артефакт достать? Да его тут нету. Да нету тут артефакта, что мне гонит. Так, ладно, на охоту сходить то кабанов. На охоту только с тозом, естественно. Сидоровича бы сюда добавить. Ладно, у меня голод, если честно. Хм. Где тут наши болты? Дело наше. Ходим, ходим. На кабанов надо, говорит, поохотиться. Квест вижу. Это, конечно, замечательно. Я думал, я тут буду не один. А, вот, с тобой перетереть надо. Так, может, братан, ты тут... оружие-то спрячь? Пушку-то я спрячу. Так, хорошо. Так, вроде последний. Ты нам... Осмотри кабанов, может найдешь, что какой кусок мяса. Только сырого не ешь. Пожарим. О, пожарить мясо. Прикольно, радиационные таблетки. Хорошо. И что, мы с тобой сейчас пойдем на охоту? Ну, погнали. А куда ты идешь? А, вот они.
Он уже без меня поохотился. Достали мясо, хорошо. Копыта кабана, мясо кабана. А вот еще. Что у нас по переносимости? 50 кг можно таскать, а мы прям жирные. Так, ну, вроде бы как все. Аномалий тут нет у вас никаких поблизости, а то я еще влечу во что-нибудь. Какая погода у вас тут, ребят, говёная? Ну так, поговорить со сталкером. Хорошо, поговорим. Где тут у нас вход ближайший? Вот прям вот тут аномалия. Вообще красава, красава. Так и надо, так и живем. Господи, заваливайся. Говорит, пожарить надо мясо. Как я тебе пожарю? Привет, брат. Пожарить мясо, замечательно. Приготовить. Кабанина. Мы приготовили все имеющееся мясо. Тушканы, гиганты. Сейчас бы псевдогиганта приготовить. Слушайте, а реально... Приготовленное мясо, внимание, сталкерам рекомендуется воздержаться от употребления такого рода мяса животного и мутанта в зоне в сыром виде, так как оно наверняка заряжено... Ладно, съешь. Ну... нынче, что собак нерезанных. Ты все не лучше стариков. О, хорошо пошло-то, а? Это что такое? Шкура собаки. Шкура собаки... Находится в зоне, практически полностью покрывает толстым слоем меха. Что из нее можно сделать? Характеристики. Тонкая шкура мутанта, защита от повреждения. Так, и повышает эффективность защиты. Я могу себя одеть? Или что я с ней могу сделать? Так, ну да ладно, давайте еще скушаю одну. Мясо хорошо заходит. А. Так, ну да ладно. Поговорить с нашим чуваком. Что ты еще расскажешь? Ну что, подкрепился более чем. Так, о каком деле ты там говорил? Мы собираемся отбить АТП. Более надежное место, нежели эта деревушка. Сейчас утро, туман, идеальные условия для нападения. Думаешь, у меня будет польза? Только мешать буду. Я ни разу людей что-то там не убивал. Да не бойся, с нашими не попадешь. Думаю, справимся быстро. А так закончим, расскажу, куда твоего друга отвели. Да и тебе за такое дело начнется. Ну что, согласен? Людей убивать. Ладно, погнали. Сразу телепортик. Телепортик. Прям подписано даже в виде. Ну привет! Слушай, так, что я получил? Еще патроны, патроны, бинт, аптечка первой помощи. Итак, мы на месте. Такой вот себе еще немного амуниции и медикаментов. Лишним действительно не будет. Все готовы? Выходим. Ну что, с тозиком, с тозиком. Куда нам? Туда, что ли? Слушайте, прям как в первом сталкере. Ох, какие там аномалии-то у хлопцев, а? По звуку слышу, что тут кто-то есть. Вот это вот качание головы, не уверен, нужно ли оно. Может, дальнейшее. Ну, как я его? Так, ребята, я ведь стрелять не умею. О, хорошо пошло. Хорошо идет. Вот только хп свой не вижу. Слушайте, ребят, да я прям вспоминаю, как тут дело-то было. Тут еще кто-то есть. Опа. Тихо. Сближаемся. Обойдем сбоку заходим. Пистолет. Скопытился? Так, вот тозик твой. Тозик-то заберем. Надо обрез перезарядить. Кстати, тозик. Точность, удобность, повреждение.
А, это прям пишется, насколько лучше, насколько неудобнее, что ли? О, слушайте, а неплохо. Это так-то побольше, поудобнее будет, согласитесь. Так, ну что, бойцы, вы тут всех поубивали? Как бы ненароком сейчас чужих поубивать. Жопа полная. Хотя прям не слышу, что бой начался. Перекопать картошку и другую муйню посадить. Сама нифига не пацаны! Ой-ой-ой-ой-ой! Господи, пацаны, да там сидит толпа целая, вы чего? Расслабься ты, все там будем. Еще немного подождем. Как немцы просто взяли и убили. Вы что, все, тут всех поубивали? Нормально тут у ребят было. Это повытать нельзя, нет? Ну прям нет. Слушайте, а вот меня интересует. Мастер стоит. На мастере гоняем. Замечательно. Люблю мастера. Так, давайте сейванемся. Все у нас замечательно. Сейчас только обыщем, так сказать, место ихнее. О, ящик. Ящик пустой. Кстати, наверх можно залезть. Ясень пень, у них там что-то да будет. Так, ящик, ребята, видите какой? Лежанка тут удобная у них. Костерчики. Ну да ладно, давайте спустимся. Надо облутать пацанов. Пустой. Вот это есть. Вова! Так. Все, вроде бы всех ребята поубивали. Вон бинт, это полезно. Это что такое? Нашивка бандитов. Пистолеты, пикалеты, все дела. Бандит. Как-то многовато тут трупешников. Я смотрю, ты их тоже любишь полутать. Лутают. Слушайте, они их реально лутают. О, парень. Сидел. Вот, мой первый артефактик. Что за артефактик? Ломать мясо. Артефакт. Химзащита плюс 10, выносливости, радиацию дает. Ну, пацаны как сидели, так и улетели. Перегруза у меня еще нет, ну и славно. Дробинушки, пистолетики, мои пистолетики. Ну что ты, парниша? Как их подбирать, кто-нибудь помнит? Что-то я подзабыл уже, как трупешники тут подбирать. На что тянуть тебя, уважаемый? Не учатся ничему некоторые и учиться не хотят. Ну, возможно, возможно. Так, я знаю, тут еще один валяется. Нет, нет, не валяется. Ни о чем думать не хотят. Ладно, надо с главейшим поговорить. Да, место как-то это получше, чем деревня будет. Аномалии прям в центре нету. Ты уже себе пост занял, главное, я смотрю тут, да? Привет, брат! Привет, ну что ты мне скажешь? Фух, было весело! Надо будет повторить. Как-нибудь в другой раз. Ну что, говори, что там с моим дружбаном? Так, его сейчас отвели в нашу базу. Это за мостом. А тут останусь. Так что не помри, пока будешь добираться. Скажу, главное, так, АТП. Зачислен успехи, а да, будешь на лагере. Загляни к одному человеку. Мирону зовут. Я вам сейчас сообщу, что тебе. Так, новое задание лагерь, новое задание. Получено тайник, 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 тайник. Бывай. Слушай, а ты барыжишь чем? Ну да ладно. Что с моей мышкой? Увидимся. Слушаю тебя. Так, я знаю, у тебя тут вон кучка бандосов наших идет. Вот этот чувачок должен торговать чем... О-о-о-о, тихо, не взлетай. Так, торговля.
Аптечка у тебя почем? Косарь! Пистолеты, пистолеты ему, к сожалению, не нужны. Так, тозик мой, тозик родименький. Значит, разрядить. Разрядить. Так, ну что ж, вроде бы все разрядили. Хорошо. Как у тебя костюм интересный. Что тебе можно впендюрить? Значит, вот это забирай. За 5000. У тебя нет столько. И не, братан. Пока что у меня с артефактами тут, конечно, пожирнее будет. Только вот Сидоровичу нести далековато. Сидоровичу. А у местных цены... Ёлки, да если подумать, тут выгоднее картошку на продажу сажать, чем хабар собирать. Да ж, возможно. Вот, кстати, еще один идет. Буржуй. Эй, стой, парнишка. Вот, и сиди прямо в ту... Вот, у тебя уже бабла, я вижу, побольше. Слушайте, 5000 стоит. У него ведь нету 5000. Артефакты от химзащиты. 1000 с чем-то. Что тебе можно впиндюлить такое? Почем? 200 с чем-то. Надо отдавать. Вот так давай, пофигу. Просто не хватает денег. А, он даже прям пишет. Давай, забирай, братан. Так, сейвик. Ну, в принципе, что там у нас по квестам-то? Угу. АТП зачистили, место тайника. Восточный проход. А нам сюда. Так, знаете что, давайте сначала заглянем в тайнички. Так, минуту. Если не ошибаюсь, вот так, да? Да, вот так вот. Все, ребята, погнали тихим ходом. Достанем-ка мы болты. Аномалии ведь попадать мы не хотим. Сохранение быстренько сделаем. Ах, хлопцы тут ошивались. Слушайте, прям... Леса! Переработали тут графони на радость всем. Вот для любителей сталкера, как вам это, а? Все зоны, реально, все зоны в одном сталкере собраны. Главное, чтобы с ними интересные задания были. Так, я там не пробежал, деревню-то. Ага, уже не туда бегу. А слушайте, а вниз я могу опуститься? Так, военный блокпост. Так, а ниже них ничего нету. Хотя, помню, когда-то там был проход. Когда-то можно, я думаю, можно будет со временем и блокпост этот зачистить. Но явно. Явно это надо делать не с тем обмундированием, которое у меня есть на данный момент. Где тут ваши тайнички, ребятушки? В смысле? Не тут, наверху, что ли? Слушайте, на крыше, походу. И как я туда попаду? Угу. Замечательно. Не, ну это не дело. Иди, значит, тайник, там все дела, да? Может тут проход в подземку езди пониже. Ну это прям уже не густо. В печке может. Показывает вообще на улице. И... Ладно, не прокатило. Давайте тайник номер 2 посмотрим. Так, он вот в этом доме. Хорошо. Вход у нас здесь. Не, ну, ребят, ну... И что это за тайники, простите меня? Как я должен наверх-то? Вот тут? Каким-то нелепым чудом залезть? Хотя, в принципе, тут еще можно-то залезть. Ну, да, давай, мастер паркура, покажи мне, на что ты способен. И
О, да ладно. Нашел, хорошо, один тайник нашел. Я не знаю, как я там должен наверх залезть. Серьезно. Посмотрим возможности. Тут хотя бы лестница, уже хорошо. Тут, ну, тут ясень пень тоже сверху. Заныкали. Оп, оп, оп. А, понятно. Так, хорошо. Тут у нас таблички, аптечки, все дела. Ну вот с этим, с этим. Господи, плоть! Не пугай меня! Живучая плоть какая! А-а-а! Как она кричит громко! Господи, чуть не обосрался, а? Хорошо, что это еще не ночью происходило. Ну, хоть покушаем что-нибудь. Сейчас пожарим на дорожку. Прям дейзи. Хм. Она маленькая, так я считаю. Зашло бы. Пожарить мясо. Ах, так. Колосос, собака, плоть. В смысле? Мне, я не собрал плоть? Глаз плоти. Охренеть, я с этих жирных собак мясо не снял. Ох уж эти плоти. Залезть, значит, наверх. Угу. Ну вот оно прям где-то над нами тут должно быть. А вы уверен, что тут вообще можно залезть-то наверх? Ну-ка, минуточку, есть идейки. Оп! Делов-то. А вот и костюмчик. Или что я нашел, простите. Тайник найден. В общем, что-то полезное я нашел. Ну, вот и славненько. Так, сливаемся, все, ребят, пошли по заданию. Ай, тихо. Ну ты чё, серьезно, братан? Ну, это на что? Радиационные таблетки. Таблетки кофеин. Бинты. Бинты лечат? Медицина. Быстрое использование. Что там, Макс? Макс, остановить кровь. Заживление ран 180% в минуту, время действия 5 секунд. Ну, давайте воспользуемся. Но они у нас на F2. Восстановление есть. ХП чуть камни восстановило. Ну, не бинты. Не аптечки, как говорится. Что это так бегу легко на расслабоне? Где мои болты? Все? Не-не-не, тихо-тихо-тихо. Ёптую! Оп! И вопросов меньше уже. Тоже мне тут против тозика-то, а? Не попрешь. Давайте-ка сейчас с них мясо снимем. Так, готово. Три копыта. Три копыта. Хотя у него четыре должно быть. Ну да, мясо, мясо мне, парень, мясо дай. Я думал, тут можно мясом ложиться. Шкура кабана, копыта кабана. Эх, мяско-то и не дали. Я думал, мясо тут легко будет добывать. А оказывается, хрен. Костерочек. Так, ребята какие-то на карте у нас отображаются. Простите, а мы где? А мы подходим... Элеватор. Что это есть такое? Бандюки у нас тут отображаются. Это не есть хорошо. Пули-то у нас, в принципе, много. Так, тут не зайдет он. А, это зомби, ребят. Зомбезы. Ёб твою мать, блядь. Они стрелять, оказывается, умеют.
Ау. Тихо-тихо-тихо. Оставить ловушку. Надо. Тихо-тихо-тихо. Молодой идет. Понял. Не дурной. Отхожу. Как он там стреляет? Господи, какие неживучие. Хедшот. Я думал, они просто зомби, а они, оказывается. Вы не поверите, я сдохну. Да. Не ожидал, что зомби, хотя, в принципе, мы на мастере играем. Так, лады, буду знать, что там у нас зомби. Зомби вполне себе боеспособные. Значит, вон один зомбарь идет, можно сейчас с ним сразу разобраться, подлететь, ультануть его. Все? Меня не видно или я не понял, что за приколы? Ты там шаверишься? Не, он парень скопытился. Ну как-то за укрытием я все-таки себя получше чувствую. Он еще молодой идет. Понял. Тихо. Что с тобой случилось, парень? Поваляйся. Кто там в дробинушке-то решил мне в упор зайти? А, это было явно больно, согласитесь. Не, ты валяйся. Слушайте, они меня сквозь стену хреначат. Но это же неинтересно. Так. Пуль, кстати, у меня на тузик. Не так уж и много. Если на дело пошло. Валяйся. Обыскать ящик. Тихо. Не. Что ты делаешь? Не сейчас. Господи, ну ты тупой. Я не знаю, как я выжил. Он начал обыскивать этот долбанный ящик. Господи. Тут во время, походу, анимации ты бессмертный. Конечно, интересно будет, но... Ну да ладно. Господи, неужели это все? Сейвайнемся. Ребята, молодой. Я вот вижу, оттуда мне прилетело. Откуда-то отсюда. Я не вижу число противников на карте. Ну, это как бы более правильно, да? Так, ладно, F5 сойдемся. Что у вас есть? Давайте мы сейчас всех обыщем. Обыскать там ящик, главное. Со своими долгими анимациями. Блин, ну у вас же... Вот, пистолет, кстати, зачетный у парня. У кого-то из вас обрез был. Вот у тебя был. Две дробинки все были. Охереть. Ладно, я не знаю. Я возьму пистолет, авось. Нормально, у них пикали, кстати. Мощненький, я бы сказал. Вот
этот вообще в хорошем состоянии, можно будет себе забрать. Вот этого дядьку мы не полутали. 48 перегруз у меня уже, кстати. Ладно, что там, кстати, за ящик был? Я так и не понял. Ящик. Ящик. Все, ящик уже не интересен. Что у нас сверху есть? Сделаю небольшой сейв. Зомби мы зачистили. Возможно, в дальнейшем квест какой-то появится. Ну да ладно. Ну ты чего, залазь. Ну да ладно, я тут не полажу. Не, ну полезешь. О, кстати, молодой, я тебя не обыскал. Так, по поводу пистолета. Что с моим пистолетом? Насколько вот этот превосходит тот? У него лучше точность и емкость магазина. Ну, мне от этого пистолета, в принципе, нужна точность. 14 у него. Оп, под ребро. Давайте используем, не знаю, аптечку. Извините, что делает аптечка? Восстанавливает 4% здоровья. 4! Время действия 30 секунд. Хорошо. Так я ее только что заюзал. Или я ее снял? Может, я ее снял? Да, я ее снял. Фу ты, блин. Я просто снял. Хорошо, все, она работает, действует. Оп, собачки. Собачки, тихо. Ай, да ладно, ты что, шавка? Больно же. Слушайте, можно аптечкой вмазаться и идти. Она 30 секунд действует, и получается, кровушку будет останавливать. Какие-то имбовые тут аптечки получаются, вам не кажется? Тут должны стоять вояки, если не ошибаюсь. Мясо слепого пса. О! В Корее... Да... Господи, это что? Ой, господи. По-быренько мы сейчас тут все обыщем. Радиация меня пожирает. О! А вот этого я не ожидал. Понял. Проход тут есть. Но его хреначит радиация. Так, ну и... Разрушенный мост. Нам сюда. В принципе, мы почти дошли. Вот есть проход через низ, но он явно... Не так прост будет. Ну, мы все-таки попытаемся. Где тут наши болты? Тролливали. Все дела. Что такое? Устал, бедненький. А, тот же. Почти 50 кг несем, ребят. Опасно. Опасно. Да? Эх! Тропу бы сейчас узнать. Слушайте, а мне мозг выжигает. Да. И как вы хотите, чтобы я туда прошел? Хотя мне не зря, наверное, таблетки дали. Против радиации, да? Согласитесь. Значит, возможно, я смогу там пройти, под мостом, не попадая, как говорится, по всякие аномалии. А поверху тут по старинке никак. Поверху по старинке никак. Ладно, сейчас спустимся вниз, дождемся полного дыхания, потому что нам надо, ребят, пробежать это место как можно быстрее. А тут у нас аномалия. Радиация начинает шкалить. Уровень радиации есть. Прикольное измерение. Ну, погнали. С богом.
Тихо. Вот и все. Как? Что? Игра, ну ты чего? Игра. Господи, она отвисла, слава яйцам. Я видел там собаку. Быстрее будет с ней вот так вот разобраться. What? Господи. Я думал, она одна. Тут нас поубивал, он еще напоследок сказал, ах ты сука. Вон они пасутся. В текстурах застряла. ХП у нас маловато, кстати. Жарят они нормальненько. О, господи! ХП-то как уходит, а? Какие-то собаки баженные, вон на месте стоит и все. Песик. Не хочу я туда возвращаться. У меня нет ХП. Мне его нет. Ребята! Спасите! Спасите меня! Здорово, бандит. Так, стой, сталкер. Сейчас. Не могу пропустить тебя в лагерь. Это еще почему? Сейчас в лагере на карантине. Кто-то отравил воду. Из-за чего многие погибли. Вот так вот. Так что я не могу тебя. Так бы, не мог бы ты... уверен, что это не наша проблема. Так, я в зоне первый день. Вообще мне не до вашего лагеря. Я сюда пришел из-за моего друга. Его должны были сюда привезти. Да-да, помню такого. Ну хорошо, проходи. Только смотри, мне тут проблем не создавай. Ой, тяжко как мне идти. Слушай, а с тобой можно поборожить? Не, ничего. Не знаю, у меня то ли ХП уходит. Мне будет продаться кому? Ты чего так дышишь? Вот, кстати, у меня мясо собаки есть. Ну, привет. Мясо собаки. Мы приготовили мясо собаки. И ХП восстановила. О, это славненько. Стоит только выжигать и пройти. Где-то тут за ним и Клондайк артефактов. А нет, ни хрена не помогает. Дурак, вот дурак. Так, торговля. Ни хрена у тебя нету. А бабосики у него есть. Шкура собаки. Может, для крафта какого подойдет? Ладно, наверняка у них тут должен быть торговец, и цены у него явно привет, будут лучше. Брат, ведь я вижу вас на карте, вы тут прямо обозначаетесь. Мне что, через верх к вам попасть? Не, явно не через верх. Слушайте, у меня ХП уходит, не смешно. Вот дерьмо-то, а. День коту под хвост. Реально, хочется. Не смешно. ХП-то уходит. Слушайте. Неужели за перегрузки у меня и ХП еще уходит? Да ладно, вы чего? Где-то у вас вход, мать вашу? Вот же он, не? Хорошо, двери открываются. Палаточки тут у них всякие. Слушай, вот я тебя. Ну, здравствуй, увидимся. Это не торгаш. Ребята, я сейчас сдохну. Я не знаю почему. Неужели это меня так радиация бомбит? Так, хорошо, радиация у нас есть. Мы все еще были облучены. Надо принять таблеточки. Где тут антирадин? И? Мне помогло?
незаметно. Ай, в глазах-то помутнело. Как меня угораздило. Вот я вижу, там лежанка, можно поспать. Может и поможет. Если я посплю. Вы не можете спать, у вас высокий уровень облучения. Используйте микомент или обратитесь к медику. Понятно, у меня все еще облучение. Меня немножко облучило. Ну что мне поможет? Так, кофеин. Радиация. Я не знаю, что мне должно спасти. Я все еще под облучением. Походу, меня вот эта хрень колбасит, я не знаю. Ребятки, все печально. Что меня, простите, колбасит? Что это? Чай добрый. Радиация минус 100. Ну, должна радиация выводиться. Но это я даже не знаю, что тут делать надо. Сколько у тебя порций? Осталось чая 0. Привет, брат! Тут есть у вас доктор. Привет, брат. Доктор. Доктор, кстати, есть. У них действительно есть доктор, я вижу. Не-не-не, ты дверь-то открывай. Я только что выпил все, что у меня было. Медицина, я тебя вижу. Да. Ну, привет. Мне нужна медицинская помощь. Блин. Все, можешь идти. Серьезно? Господи. Вот такое, знает кто? Пересеклись как-то возле кордона, сталкер и вояка. Сталкер, солдаты. Куда чешешь? Ты чё, мужик? Да. Охренел. Так, ладно, это тебе можно что-то тайна. Продать. Эй, там кричи, ох, слушайте. А чё несёшь, что такое тяжёлое? Весь вспотел. Да, блин, вспотеешь тут. Радиация. Химзащита. Макс Рус. Ага. Слушай, ты неплохо. Так это ты мне радиацию, что ли, повышаешь, или что? Ладно. Слушаю тебя. Ну, привет. Так, ладно, ребят, мы, слава богу, разобрались. Я сейванусь. На сегодня все, как говорится. Большое спасибо, что смотрели. Увидимся с вами завтра. Все, ребята, не болейте, как я. Всем пока.